Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! Сегодня у нас будут новенькие пряточки в каре с моде. С вами сегодня, как всегда, кофе. Со мной чё, сегодня блядь, Толя ровно. Следователь, Серега Плотов и Макс Прэйс. Чё, кого, народ? Всем привет. Так, у нас сегодня огромная карта, это фудкорт. Здесь очень много еды, поэтому, друзья, Олег, заранее смотри, хочу смотри, мое лицо. Приятного просмотра, Олег, ну смотри, а наши смотри, пряточки смотри. Начинаются. Мое лицо. Погнали! Так, Толя, я смотрю, ты уже спрятался. Так, давай, знаешь что? Так, давай. Ну, пацаны, вас, конечно, не слышно, да? У вас очень мало времени осталось, это я знаю. Олег, у нас крайне мало времени, я бы даже сказал. Да, я знаю. Чего там бегаете, ну? Никто нигде не бегает. Никто не бегает. Ой, блядь, мне пизда, Олег. Не пиздец, Олег, они меня... Я не успел. Так, где там? Где там эта тушенка, блядь? Я честно. Я запрыгну туда. Ну давай. Суки. Изи, бля. Да блин, Олег, как туда отвлек. Залезть, что я не могу. Олег, я не мог туда залезть, что там поэтому я умер. Ой, пизда Олегу. Олег. Опа. Я ушел. Изи, блядь, просто вообще не почувствовал. Так, Олег, они нас быстро уделали, предлагают. Ну вы знаешь, мы просто как-то не особо-то и спрятались, если честно, в прошлый раз. Поэтому, пацаны, вам сейчас просто будет хана, реально. Мы сейчас будем сидеть, да, не вечерами. Я вас нашел за 10 секунд, посмотрим, вы уже 20 секунд не можете нас найти. Так, слушай, конечно, уже. Мы-то не особо, мы даже спрятаться не успели, понимаешь? Мы тоже. Да, конечно. Олег, тоже особо не Да, конечно. Олег, ну вас убили раньше, все. Да и что? И что, что вы убили? Вы типа крутые теперь, да, такие? Ну, конечно, да. А чё, подожди, я таунты даю, вы будете... Я таунты вообще не слышу никакие, вы прикалываетесь? Искать будете? Какие звуки должны быть? Я звуки никакие не слышу. А и нету звука. Так и нету, вот видишь, Серёжа, весь твой план испалил, Макс. Я сейчас вачау сказал. Не слышал. Ты чё, один на стульев, ты издеваешься? Тихо. Один на стульев, а как звуки издаются? Там на... Какую кнопку, Макс, скажи, пожалуйста, Серёге. F3. F3 там, да. Ой, не, я не буду сейчас издавать, вы слишком близко. Нет, там смыть? Выбрать можно, там это выбрать подсказка! Можно они стулья, слышишь? Они 100% да стулья. Да я понял, что они стулья, но как бы... Да с гранатомета бахните в стулья. Так, чтобы мы сразу да умерли, рядом. Да? Нет, вы рядом. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бля, ну ладно, каждый стул горит, ладно. Спасибо, не надо. Спасибо, не надо. Дайте каждый стул, окей. И чё, и вот... Ну и 4 минуты, давай. Олег, я не знаю, кто я тоже кто. Не знаю, я вообще да не понимаю. Да встреньте в толпу стульев, я стул, да говорю нет, вам прямую. Да нет, нет. Сходите на кассу, ну, закажите. На кассу? Тут знаешь, сколько кассы? Ты чё, прикалываешься? Тут на каждом этом фудкорте тут кассы, ты прикалываешься? Бачаут сказал, что такое фудкорт? Да, ну, типа, вот, ну, в принципе, фудкорт это место, где мы вообще находимся. Так, бля, подожди. Олег, я скоро так откисну. Я не знаю, где вы. Я что-то звуки не издаю. Мой не издает звуки. Так и вставайте, ну, подсказывайте, чё, вы вот так вообще. Вот. Я опять вачау. Я застрял. Так, подожди, где-то. Где-то здесь. А чё ты ржёшь, я не понимаю. Ты не слышал, что сейчас было? Нет. Ладно. А чё сейчас было? Понимаю. А можно ещё раз включи, Серёг? Сейчас. Ну давай, быстрее там. Только что было. Да ничего не было, ты, блин, да, ты... Нас троллят, троллят просто, нас реально троллят. Мне кажется, они даже да не подожди. Здесь на самом деле, не на фудкорте. Слушай, я на фудкорте. Ага! Сука. Ой, хорош! Да. Хорош! Ой, просто лучше! А ты не хочешь проверить вот этот на всякий случай? А я проверил. Серега, меня не болит. Постоянно. Подожди. Где? Но в натуре стул где-то, слышишь? Да дай подсказку, Макс! Ты... Стул! Не, Макс, я не говорю, стул! Да мы уже поняли, что это стул! Где? Шмали ну, рядом с вами. Я вас вижу. Я вас вижу. Где-то здесь. Давай, Макс, горячо или холодно? Назад вернитесь. Назад сюда, так. Вот тут вот уже тебя выплинка, на. Так я же ну не горячо, правильно? Ты не стрелял с гранатомета сюда. Из гранатомета стрелял. Олег, я скоро сдохну. А нафиг вы в куча стулья стреляете? У меня 31 хп, Толь, осталось. Ты, ну, не можешь же быть такого, Толь. Бля! Ну нееет, ну я чё, один остался тебе. Короче, я одного убил, ты второго, давай. Была, не была. Бля, а где ты был, Макс? Где ты был? В мусорке, в мусорку залез. Да ты, так, что? Ну чё, пацаны, короче, удачи вам. Пацаны, понимаете, что вы нас вообще не найдете никак? Я могу даже сразу подсказки давать, вы вообще не найдете. Вот, я дал подсказку на 4 секунды. Так что давайте ищите. Вот дал еще подсказку. Вот даю еще подсказку. Олег нас сейчас, по-моему, убьет за свои подсказки. Да, пацаны, вы понимаете, мы настолько офигенно спрятались,
что на нас вообще никогда не найдете, понимаете? Мы настолько столь спокойны сейчас, что вы просто понимаете, что ну это... Да, вот я сейчас очканул, если честно. Да не, ну Толь, да ты все в порядке, все предельно. Вентиляция, что ли, сидишь? Конечно, вентиляция, конечно. А тут есть вентиляция, что? Да, не знаю. Возможно, есть какая-нибудь вентиляция. Не, пацаны, забейте, вы можете даже просто можете сразу сдаваться вообще. Да, 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 да. А что, да, а что? Так, подожди, а тут еще... Блин, тут самое... Тут самое долгое, это 39 секунд и 4 секунды. Нету там 10 секунд, нету там 12 секунд, типа такого. Так, где-то здесь. Ну вот, я посмеялся. Вот. Пожалуйста, ищи меня, Сережа, ищи. Ты же меня видишь, да, Витя? Найди меня, Ты же меня видишь, да-да-да? Нет, я сейчас не вижу, сейчас. Я вообще никого не вижу пока что. Ну да, я не знаю, я подсказки даю, но никого не вижу. Допустим, я ушел. Ну, это логично, да, что, слышь, типа... Слышь, допустим, мы ушел, не я видим, тебя не значит, вижу. Живо. Вот сейчас вижу. Вот сейчас вижу. Ага. Таунт мне живо. Ага. Я вижу Макса. Я Макса Таунт, вижу. Таунт живо. Окей, хорошо, пожалуйста, вот вам... Вот Таунт. Бля, ебать ты близко, нахуй. Да, космыть, где? Я не понимаю, где. Мы вроде так близко, но так далеко. То ли я тебе говорил, что это гениальное место? Ну, короче, просто чилим 4 минуты. Да, просто чилим. Ой, такая жара, вообще не могу сейчас бы куда-нибудь где-то голову. Да, да. Прям на минус 20 бы поставить. Да, да, да. Прям здорово было бы. Прям вообще жара нереальная просто, пацаны. Мы в этой духовке сидим, тут так жарко, это ужас просто какой-то, я вообще не знаю. Просто, понимаете, так горячо, вот эта печка просто, вообще, она нереально Олег работает. Олег стал горячим парнем, люблю горячий кофе, ё-моё. Ой, пацаны, там, смотрите, там есть на кухне печка, понимаете, духовка. Конечно, будут. Ну, я слышал, они открывали что-то рядом. Конечно, будут. Так вы печку найдите сначала, печка. Ну вот. Watch out! Я вот подсказку дал, пацаны. Блядь, мы сидим в печке, там очень горячо, то сколько можно подсказок давать вам? Понимаете, ну печка, ну горячо, ну! Мне сюда, пусть шастает, ну где я хз? Как это тяжело. Ты куда вы уходите постоянно? Зайдите на кухню. В центр кухни зайдите. На какой кухне? Что ты хочешь? Ну, блин, ну там, где вы сейчас стояли, только Вот, я стою, ну, ты видишь меня? Найдите печку теперь. Да, вижу, теперь найдите печку. То, я вообще все, это забей, это просто. Ну забей. Да, да. Это... Я пойду кофейку пока сделаю. Да, я тоже пойду. Да, парни, ну вы, конечно, даете вообще. Да. Вы столько раз были близко, но печку вы найдите, вы не знаете, как печка или духовка выглядит. Ну вот она здоровая, блядь. Ну, так ищите там! Так, блядь, тут нету никого, всю пиццу. В смысле, там никого нет, а мы где сидим? Я, блядь, всю пиццу, которая здесь есть, я ее выебал уже. Макс очень хотел. Я вот подсказки вам даю, вы что, прикалываетесь? Да печка вам нужна, печка! Я не знаю, где они нас слышат, Олег, но это забавно. Это да, я согласен, Оля, это вообще круто. Ой, у меня сейчас башка чья-то появлялась, кстати. Да, это же было такое, было. Подожди. Че подождать-то? Подожди. Нет. Вы где-то здесь должны наверху быть. Возможно, может быть, проверь. Земного, издавай звук. Хорошо, сейчас сделаю звук, сейчас. Вместе. Еще. Ну вот. Блять, вы здесь где-то радио врубите нахуй. Радио, не, радио. Блять, а что они тут слышишь, они как будто что-то открывают, я не понимаю, где они. Да, они что-то открывают, что-то открывается. Понимаешь, мы сидим на печке, нас вообще никто не видит. А вы меня видите, я прыгаю? Да. Да. А вот здесь видите? Нет. Блять, они где-то снаружи, нахуй. В смысле снаружи? Да вы же... Знаешь, когда в первую минуту сказал, где ты, а тебе не верят. Да. Ну ладно, пацаны, ладно. Пипец, пацаны, вы чё, прикалываетесь, что ли? Так, нормальную подсказку дайте, где вы. Давайте я вам скажу, что я вижу. Я вижу кассовый аппарат, я вижу бутылочку кока-колы. Я вижу печку. Я вижу печку. Я вижу, ну, такой, типа, полочки такие небольшие. Вот, что еще я вижу? Блин, я даже не знаю. Мусорку я вижу отсюда, кстати. Вот, да, мусорку видно отсюда. Неплохо, кстати, так. Блин, пипец, осталось минута. Да найдите вы уже нас, найдите! Да не ебу я, блядь! Да смотри, да. Вы что, гоните, что ли, пацаны? Радио вруби. Радио включать не буду. Один раз уже включил, этого да было достаточно. Да мы здесь с вами, но вас здесь нету, блядь. Мы все здесь уже трахали, блядь. А таунты кто дает? Таунты кто дает? Никто сейчас не дает таунты. Да что ты говоришь? Да только что давали. Суки такие, а? Типа не здесь.
И кем они были, блядь? Понятно, ясно. Подожди, а где второй? Олег, тебя нашли, да? Да, меня вычислили. Бля! Я же в самом начале там. Мы вам в самом начале дали подсказку. Так холодно, так горячо, хочется холодочку, понимаешь? Так, пацаны, короче, ну в этот раз мы вас 100% найдем. Так что понимаете, вы не убежите. Вы не убежите от нас так далеко, как хотелось бы, понимаете? Не получится у вас ничего. Так мы и не бегаем, мы стоим. Так они да. Так, и что, пацаны, подсказки-то будут сегодня? А сколько еще тебя нажимать, ну? Так вот, слушай, мы вообще ничего не слышим, какие... Вы ничего, никаких подсказок не даете даже. Да. Вот сейчас ты тоже не слышал? Нет. Потому что надо недалеко уходить. Так отдайте, ну, так вы гуляете, хотя бы на водочку дали. Вы гуляете на эту На водочку? Ты на что, водочку, алкоголик? Да. На водочку бы немножко. На водочку, вот, да. Вот если бы на водочку. Да вы, конечно, блин, понятно. Я вот, понимаете, я когда Серега меня искал, я решил его потроллить немного, побегать. Да, как, да. А вы за мной, говорит, просто как девочки спрятались просто. Нет, я просто зачем, я выигрываю, я победитель по жизни. Я Альфа Центавра. Что? Чего? Альфа Центавра, я альфач. Понятно. Ну, понимаешь, сам не похвалишь, никто не похвалит, как говорится, да? Чайку слышишь? О! Так, да. Где чаечка присела? Больше ты ее не увидишь. Не. Ну, пожалуйста. Я вообще не слышал, где. Ну, пожалуйста, подскажи еще раз. Дай еще раз подсказочку. Блин, ну это бред же. Вы что, издеваетесь? Мне кажется, где-то здесь. Да, нашел. Это кого ты убил? Серегу, да? Рыбу, да. Так, осталось найти только Макса. Макс, а ты где? Я в жопе мира. Так, ну серьезно, где ты? Я в складских помещениях. А что ты там делаешь вообще? Мы же на фудкорте играем. Погоди, сейчас. Кто сказал? Никто мне ничего не говорил. А, вот там складское помещение. Бля, у меня жизни уже мало. У меня 52 хп пока. Олег, мы его так не найдем, по-моему. Я знаю, что мы его так не найдем, Толь. А я не знаю, что делать. Я не знаешь, кого здесь искать? Так, подожди, Макс, ты сейчас до сих пор на складских помещениях? Нет, я сейчас сбежал. Да как? Засранец, где ты, блин? Я на складских помещениях. Где? На складских помещениях. Да в смысле, тебя нет здесь? Ага, конечно, да. Да ну это же... Нет. Наконец-то, блядь, увидела. Здорово, как ты сюда залез вообще, а? Запрыгни. Да! Наконец-то она увидела. Все, наконец-то, мы выиграли, наконец-то. Олег, на этот раз нужно гораздо лучше прятаться. А я вот уже нашел тут свою вот эту вот кровь. Блин, ну 4 секунды, я не успею, ты что прикалываешь? Да, да. Че, Олег, тоже в мусорку? Нет, я не успел. А какого хуя было в один, я за ним наблюдаю, что? Почему? В смысле? Я в наблюдателях, я хуй знаю. Ну ладно, пусть Сережа один поищет. А можно я тоже понаблюдаю? Нет, нельзя. Мне конец, по-моему, Олег. Сейчас, сразу мусорку надо проверить. Да, конечно, сразу мусорки проверь-то все, конечно. Вы же там любите сидеть? Конечно, любим. Нет у вас тут? Ну, правильно, о чем мы мусорки сидеть будем, что ли? Ты только что пробежал. Он рядом стоит. Да тихо, Макс, не говори уголок ничего. Уголок посмотри назад уголок посмотри. Нет. Вон. Да ты, да Макс, нифига ты подсказываешь, зачем? Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по Гаррис Моду пряткам подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Вы как всегда поставили свой лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофе Толи, следователи Макс Фреш и Сережа Болтов. Все призывочки находятся в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем счастливо. Пока.